Смотрели «Матрицу»? Теперь она стала реальностью для всех пользователей сети. Все дело в автоматической персонализации данных. Вы получаете только ту информацию, которую хотите видеть. Уже много лет поисковики показывают не совсем то, что вы ищете, а то, что они считают наиболее подходящим для вас. Соцсети не показывают ленту в хронологическом порядке, а сортируют публикации в зависимости от ваших предпочтений. Поэтому узнать что-то неприятное, но, возможно, очень важное для вас, теперь весьма непросто. Зато манипулировать общественным мнением в условиях, когда все сидят по своим пузырям, стало особенно удобно. Как же выбраться из информационного пузыря и узнать о событиях все как есть? В журнале «Спектр» мы отказались от автоматизации и формируем картинку происходящего вручную. Обрабатываем и проверяем информацию в разных источниках, представляющих разные точки зрения. До самых подробностей разбираем сложные вопросы с самыми авторитетными экспертами. Работаем в конфликтных зонах по обе стороны. Наша задача – доставить информацию вам, а как к этому относиться, решайте вы сами.